и все-все-все прочее. Именно поэтому выпускают обновления часто. А вот мой новый самп-обзор, вот он, знаете, будет нормально. Кто? Покажите на этого человека пальцем. Мобильное вот это вот все сообщество на разные вот эти вот все платформы, какие разные платформы, 12 или 13, или, возможно, до сих пор есть какая-то вот такая система. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Что-то давно я не рассказывал вам о GTA самповских проектах. Ну, разумеется, не на компьютер. На компьютере там уже, знаете, может быть неделю, может быть уже около года, там может быть там неделю, может быть месяц, может быть год, может быть там еще какие-то вот эти вещи. Там уже ничего не выходит. Может быть год, может быть. Ну и вы сами все это должны понимать. И выходит только на каких-то вот этих вот, знаете, андроидовских GTA самповских серверах, потому что, ну, они вроде как там, знаете, только открываются, только начинают захватывать все вот эти вот свои, знаете ли, какие-то, ну вот, достижения, ачивки, свою, возможно, аудиторию начинают захватывать и все-все-все прочее. Именно поэтому выпускают обновления часто, выпускают неплохие обновления, делают какие-то там, знаете, новые вот эти вот все вещи. Разумеется, это уже когда-то давно было в GTA Самбе, разумеется, это там еще когда-то было, уже очень-очень давно. Тем не менее, вот они все это выпускают, и, разумеется, все это хотя бы можно более-менее обсудить, и на всем этом более-менее можно брать просмотр. Разумеется, просмотр в GTA Сампе, по крайней мере для меня, это абсолютно точно не цель, потому что, ну, хуй смысл, да? То есть вот это вот все будут смотреть дети какие-то, а дети такие, типа, о, Сан-Тропе, о, Крэмпе, о, там вот это вот все. Ну, какой от этого смысл, да? Это как, знаете, это как, я не знаю, с инвалидом драться, может быть, там, я там, не знаю, на перегонки с младенцем бегать. То есть около, ну, то есть это какая-то, знаете, неравная, нечестная битва, вот это вот вся неравная борьба. А вот мой новый самп-обзор, вот он, знаете, будет равной битвой со всеми вот этими GTA самповскими людьми, и за просмотры там битва будет, и за все прочие вещи там будут вот эти вот все битвы. И вот на самп-обзорах просмотры, это их можете умножать уже, знаете, наверное, где-то на 100. Вот есть там 800 просмотров, можете умножить на 100, это будет там, знаете, 8000, 800, миллион, может быть. Вот, около того, может быть, там еще что-то, может быть, 80 тысяч. Ну, это не важно абсолютно, потому что знаете, что самое главное в данном случае? Это то, что такой проект, как Сан-Тропе Ролеплей, он начинает выпускать какие-то такие, знаете, более-менее обновления, о которых можно поговорить, которые можно обсудить, на которые можно, мол, знаете, сказать, мол, да вы что такое делаете, ребят? Ну это что вообще такое? Вы к вам кто вообще сказал, что вот это вот делать будет нормально? Кто? Покажите на этого человека пальцем, мы к нему придем, заставим сесть в машину его и извиняться потом за все вот то, что он там, знаете, вот это вот все сделал. Ну не важно, не так важно, потому что самое важное в данном случае это то, что на Сан-Тропе вышло новое обновление. Многие из вас могут спросить, мол, знаете, а какое обновление? Ну вот что вот там вышло? Ну давай, расскажи. Ну, ты же сидишь, тут вот это вот обновление у тебя какие-то, все прочее. Расскажи, что там. А я вам рассказываю. Все дело в том, что на Сан-Тропе Ролеплей появится аукцион имущества. Появится вот все прочие вот эти вот вещи. Скорее всего, вся неоплаченная недвижимость будет слетать и продаваться через аукцион, сообщает такое GTA самповское сообщество на Android. Вернее, знаете, даже не GTA самповское вот это вот сообщество, а мобильное вот это вот все сообщество на разные вот эти вот все платформы, ну, какие разные платформы, на Android, о разных серверах из GTA Сампа, из GTA КРМП, из всех прочих вещей, и, в общем-то, аукцион будет вот как-то вот так вот работать. Вообще, его нужно было давно уже ввести, этот самый аукцион, потому что он есть, ну, уже, знаете, везде, вроде как, я не помню, может быть, он есть не везде, может быть, он где-то есть. Я точно помню, что когда-то давно, в 2012 или 13, или, возможно, до сих пор есть какая-то вот такая система на Самп-РП, когда вот тебе нужно там словить ферму, словить, допустим, СТО, словить вот эти вот все прочие вещи, ты приходишь, не видишь ставку человека, видишь только, знаете, предыдущую перебитую ставку, и пытаешься, знаешь, сколько-то поставить, чтобы перебить вот эти вот все ставки, и такой, типа, блять, вот я перебил ставку, или что я вообще, я перебью ставку, если поставлю, или я не перебью ставку, если не познаю, вот что сделать, и чел такой думает, типа, зажмотиться там, поставить миллион, когда предыдущая ставка-то перебита, как бы, 800 тысяч, или поставить, может, 950 тысяч, 900 тысяч, вот все прочее сделать, человек такой думает, господи, блять, а что ж мне сделать-то в самом деле? И вот этот вот весь азарт накатывает на него, как, допустим, было в ситуации с Black Rush, когда она там выпускала свое вот это вот, знаете, казино, новую вот эту вот, знаете, карточную игру, Black Juke, Black Jack, Black Juke, вот эти вот все прочие вещи. У меня также обо всем этом был видеоролик. Господи, до чего я докатился? Вот раньше новости были, знаете, вот такие новости по GTA Сампу, по всем прочим делам, там Андрей Ринга, какой-нибудь Смарт Джексон, там вот эти вот все Тони Баррера, Тони Батори, Тони, вот эти вот все прочие люди. А сейчас и про GTA Самп ютуберов не пишут.
пишут и про какие-то прочие вещи не пишут, пишут только про мобильные GTA самповские проекты, и только их в последнее время можно обсуждать, потому что, ну вот эти вот, знаете, ютуберы, они уже нахуй никому не нужны, они там сами-то думают, как собрать 30 тысяч просмотров, может быть 40, когда у них там, знаете, 200 тысяч подписчиков и все прочее, кому это в самом деле надо? Однако, вот дело все в том, что решать, хорошее это обновление, нехорошее это обновление для Сан-Тропе, для, возможно, прочих каких-то GTA самповских Android серверов, вот это вот все делать именно вам. Пишите в комментарии, нравится вам это, не нравится, если не нравится, почему, если нравится, то тоже почему, хотя, в принципе, это все понятно. Я играл, я снимал, я снимаю, я, наверное, буду снимать на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также вся интересующая вас другая информация, все это, оно, знаете, находится в описании данного видеоролика, вы туда заходите и такие, типа, идете туда и вот все прочие вещи делаете. Там же в описании, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал, в телеграм-канале в моем есть много всяких разнообразных вещей, о которых вы можете поговорить, о которых вы можете подумать, о которых вы можете пообщаться, там еще недавно появились комментарии, там еще недавно есть все прочие вещи и то, что вообще не выходит в остальных моих социальных сетях по типу Инстаграма, ВКонтакте, Фейсбука, Твича, ну это не важно абсолютно. Всем до свидания, увидимся тут же завтра, либо в 20:00, либо немного попозже, либо немного пораньше, я не знаю, как все это произойдет, как все это выйдет, тем не менее, всем до свидания и, наверное, пока, да.